В Польше сегодня должен начаться суд над Матеушем Пискорским, лидером оппозиционной партии «Смена». Его задержали ранее на этой неделе, предъявили обвинение в шпионаже. Сторонники Пискорского считают, что государство просто начинает репрессии против инакомыслящих. Дело в том, что Пискорский последовательно занимал пророссийскую и антинатовскую позицию и пользовался большой поддержкой населения. Нашего лидера задержали по абсолютно абсурдному обвинению. Подозрение в сотрудничестве с заграничной разведкой. Они вроде упоминали, что он чуть ли не с китайской разведкой сотрудничает. Я этого даже комментировать не буду. Наши дома обыскали, в наш офис вломились. Эти действия не имели ничего общего с законом. Польша хочет показать себя в лучшем свете перед своими американскими союзниками. Ведь саммит НАТО в Варшаве на носу. Они знают, что мы единственная мощная антинатовская и антиимпериалистическая сила в Польше. Взяли и посадили в клетку нашего председателя партии, который являлся организатором акций против НАТО.